Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсии, а также подпишитесь на мой канал. Все ссылки будут в описании к этому ролику. Сегодня у нас 13 июля. Море потихоньку становится снова прозрачным. Успокоилось. И люди снова залезли купаться. Температура воздуха сейчас 28-29 градусов. Время 5 часов. Солнце печет. Море теплое. Температура воды 25 градусов. На море очень много различных яхт, лодок. Все наслаждаются хорошей погодой. Ну а мы с вами стоим на буне, где можно прокатиться на банане, на гидроцикле и на парашюте. Вон он летает вдали. Прекрасная погода. Надеемся, что к выходным море станет совсем прозрачным, что будет доставлять больше удовольствия при купании. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсии, подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!